только в городе была вот похожая общественная акция, как и в случае с статуэткой. Называлась «Дайте лей за атоней». Лей – это румынские деньги. Лей. Вот у меня сейчас 100 лей. Означает и львы, как и в Болгарии лево. А знаете почему? В 18 веке были голландские таллеры. На них были нарисованы львы, а крестьяне не назвали их таллерами, а львами. И когда Национальный банк Румынии принял свою валюту, решил сохранить название лей. Единственные в Европе пластиковые деньги. Можно вот так с ними поиграться. Они очень прочные. Очень. Мы так довольны ими, и на евро не будем переходить. Начинающаяся фамилия Гохенцоллер Зигмаринген. Запомнили? Да. Напоминайте. Гохенцоллер Зигмаринген. В конце экскурсии контрольная работа. Приз. Приз. Значит, румыны пригласили на престол королевства немца. И очень хорошо получилось с Гохенцоллером Зигмарингеном, извиняюсь, Карлом. Потому что он правил хорошо для Румынии. Он как раз, у него были такие черты характера, которые иногда отсутствуют у румынов. Румыны латышского происхождения, Балканы, влияние Турции. То есть отсутствует иногда порядок, дисциплина, пунктуальность. А он как раз немец такой, немецкий педант. Такие черты характера у него были. И благодаря этому считается, что он смог сотворить полезные реформы в этой стране. Художественный музей напротив короля, бывший королевский дворец. А это библиотека университета, построена, когда исполнилось 25 лет правления короля Карла. Которые погибли в 89 году за демократию. Но многие архитекторы критикуют, говорят, что он не очень удачно показывает то, что должен символизировать. Он должен символизировать копье, которое пронзило окову. То есть демократия победила диктатуру. Но если спросить 10 человек, то может быть один из них ответит, что это копье. Разные версии есть. Вам он что напоминает? Я слышал такие варианты. Кол, на котором картошка, гнездо. В Румынии очень популярны такие колбаски из фаршированного мяса. Называются а это... мичи, микитеи. Их едят зубочисткой. Это как мичи. А это красное. Кровь. Это вот. Современные произведения так считаются. Зачем сложно догадаться, что они символизируют? Вы видели и там какие-то из железа непонятные предметы, и здесь. Несколько слов про эпоху Чаушеску. Начинает править в 63-м году товарищ Чаушеску. И правил до 89-го. Вначале был таким скромным вождем, очень популярный в стране. Народ его поддерживал, хороший уровень жизни. Поддерживал и благодаря его необычной для коммуниста внешней политике. Например, Румыния, это была коммунистическим государством. Но в 68 году, когда была Пражская весна, отправлены войска в Чехословакию подавить восстание, Чаушеску на этой площади собирает десятки тысяч людей, которые критикуют Москву. Он выступает против Москвы, он коммунист, в поддержку Чехословакии. После этого он стал как национальный герой для румынов. Все говорили, смотрите, какой у нас храбрый вождь. И он всегда говорил, что мы, румыны, заслуживаем большего внимания. Мы единственные здесь, на юге, востоке Европы, потомки гордых римлян. И он всем, вот постоянно, когда встречался на разных заседаниях, конференциях с другими президентами, он постоянно за Румынию. Он был таким не то что патриотом, даже националистом большим. Вот это тоже привлекало, конечно, народ в его сторону. Хороший уровень жизни и все такое. По мере того, как продолжается его правление, скромность растаяла, появляется культ личности. Его начали называть любимый сын румынского народа, карпатский гений, сын солнца. Прямо как фараон. Как фараона, да, прямо как фараона. Появляется культ личности. Главный праздник в Румынии сегодня какой? Рождество. Рождество Христово. Румыны очень верующие. Румыния, это официальная статистика, занимает первое место в Европе, если учитывать количество церквей на количество жителей. У нас больше 18 тысяч церквей в Румынии. И всего лишь 300 больниц, но это не важно. Очень много церквей. А вера какая? Православные. На 85% православные, но празднуют Рождество 25 декабря.
У Румынии интересный календарь. Он и не полностью григорианский, и не полностью юлианский. Потому что Пасху празднуют как по юлианскому, как в России, например. В этом году было 1 мая, да? А Рождество всегда 25 декабря. И они очень верующие, даже при Чаушеску, вот как бы, хотя был коммунизм, но закрывали глаза, то есть церкви, монастыри, все это действовало. Конечно, могут сказать, что были разрушены, да, разрушались, Бухаресты были разрушены, но чаще всего их разрушали из-за того, что мешали его постройкам. Он хотел это построить, церковь мешала и разрушала и так далее. Вот я хотел сказать, что сегодня главный праздник Рождества, а раньше во время Чаушеску, конечно, главный праздник был день рождения, товарищ Чаушеску. А второй знаете какой? День рождения Елены Чаушеску. Хотя многие историки говорят, что наоборот, Елена на первом месте, потому что у нее было очень большое влияние на мужа. Так и есть. Родственники рассказывают, что страной руководил не Николай, а Елена. С Николаем Чаушеску можно было поговорить, его не так боялись сильно, как а с Еленой было сложно. Но он ее любил, значит, очень разбудил. Да. Очень сильное влияние. Или с одной же деревни были Елена Чаушеску с ним. Маленькая деревня Скорничевск, которая позже превращается в город, музей настоящий же. Они были родом оттуда. Вот и особенно утверждается, что после визита в Северную Корею, в Китай, особенно в Северной Корее, его впечатлил режим, наверное, который там был, и возвращается в Румынии, постоянно такой же появляется. Румынская служба безопасности Секуритати очень хорошо работала. Политзаключенных много появляется, арестовали тех, которые были против. Но не это главный фактор того, что вспыхнула волна негодования. Знаете, какой главный фактор? Как всегда, когда в холодильнике ничего нет, вот тогда. Потому что Чаушеску был очень амбициозным. Он поставил себе цель. Румыния попала в ловушку своего рода у кредиторов. Он много чего построил. В стране были построены огромные заводы. Канал Дунай-Черное море. Дворец парламента. Одна из самых красивых дорог высокогорных в мире. Трансвагаражское шоссе в румынских Карпатах. Супер просто дорога. Красивая, как серпантин. Если бы он еще немножко правил, мы бы сегодня делали экскурсию в морской порт Бухарест. Потому что он поставил цель превратить Бухарест в морской порт. Копать канал до Дуная. Да. 60 километров до Дуная, да. И для этого нужны были деньги. Убрал кредиты. И попал в финансовую ловушку, в том числе у Всемирного международного фонда. А тогда Чаушеску ставит амбициозную цель, как можно быстрее вернуть долги. Начиная с 1981 года все меняется в стране. Вся экономика начала работать, возвращать деньги. Экономили на все. Магазины пустые. Электричество 2 часа в день. Не было газа, чтобы топить и все такое. И, кстати, ему удалось сделать. Румыния полностью вернула все внешние долги, миллиарды долларов, все полностью было погашено, но привел страну к очень бедному положению. Жили очень плохо, конец 80-х, и это главный фактор того, что началась волна негодования против него. Десятки тысяч людей Чаушеску убежал отсюда. Здесь были погибшие, раненые. Теперь известно, что случилось. И он сам отдавал приказы силой разогнать, стрелять в людей. Но особенно перестарались кто? Его генералы, которые были заинтересованы, что было много погибших. И они его арестовали, свалили всю вину на Чаушеску, судили и расстреляли. И к власти кто пришел? Его же бывшие друзья, генералы. То есть, как часто бывает, народом воспользовались те, которые пришли к власти. И убрали Чаушеску, расстреляли. Очень много негатива о нем было. Вот сейчас прошло 25 лет. И вы знаете, в стране начинают говорить, смотрите, он и сделал и хорошего. Потому что разочарованы новой властью. 25 лет прошло. Коррупция, к сожалению, достаточно еще развита. Хотя в последние годы были успехи, но это идет борьба до сих пор. Знаете, кто сейчас самый популярный в стране в Румынии? Женщина. Ей 40 лет. Она возглавляет главный отдел по борьбе с коррупцией. Она самый популярный, самый по опросу. Получила прозвище «Дочь Дракула». Потому что известно, что Дракула он ненавидел разбойников, грабителей, воров. Ведь много легенд говорят, что когда Дракула правил, можно было бросить золотую монету на дорогу. Никто не поднимет. Через месяц ты вернешься, она там лежит. Все настолько его боялись, он устрашил их настолько. Вот давайте я вам расскажу такую легенду. Однажды у иностранного купца, который был в Румынию, нашел собор, украл кошелек с золотыми монетами. Вскоре вора поймали. Купцу кошелек возвращает.
Он считает деньги. Он обнаружил, вместо, например, 13, там стало 14 золотых монет. Одной монетой стало больше. Снова пересчитал. Одной монетой больше. Почувствовал что-то неладное. К Дракуле пошел и рассказал: «Ваше Величество, здесь одной монетой больше». Говорят, что Дракула мило улыбнулся, обнял его, подошел к окну замка и показал во дворе. Там было два кола. Кол — это его казнь была. Да, да. На одном коле пойманный вор, его посадили, а второй свободный, пустой, для того купца, если бы тот уехал и не рассказывал про лишний золотой монет, его вернули и посадили бы на кол. Вот. Чувство юмора было. У нас была шутка, что надо обязательно найти останки Дракулы, клонировать и выбрать президентов. И тогда все будет в порядок в стране. Нет, неизвестно, где он был. У Дракулы как только... Все ищут, но никто еще не нашел. Продолжаем нашу экскурсию. Справа православная церковь 18 века. Она, говорят, что похожа, такая стройная, на судно. Корабля с двумя, на, как будто корпус корабля с двумя мачтами. Бюст основателя крестьянской партии Кокосус. Напротив его коллега, историк Юлий Манил. Юлий Манил был убит во время этих преследований в 52 году, коммунистические репрессии. Он был против коммунистов. Его пытали, мучили, и поэтому и скульптор показал эти истязания, которых его подвергли в тюрьме для политзаключенных. Реальная жизнь, много хороших театров, интересные спектакли предоставляются жителям в этом городе. И один из старых театров — это театр «Авиот». Но перед театром, как это ни странно, не бюст драматурга, а неожиданно Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турции современной даже. Что он тут, как он тут очутился? Значит, между Румынией и Турцией много сотен лет были напряженные отношения, воевали постоянно. Конечно, не румыны нападали на турков, наоборот, маленькие румынские княжества старались отстоять независимость. По этому бульвару и прошли солдаты после победы над турками. Но сейчас уже с Турцией между Румынией хорошие отношения. Ну и сильная турецкая диаспора в Бухаресте. Чтобы показать, что сегодня мир, дружба, жвачка, здесь поставили ему памятник именно на этом бульваре, чтобы показать, что все плохое забыто позади. То, что я вам рассказывал про стиль архитектуры, смотрите, какой контраст. Да. Гранд Хотель де Бульвард внизу, а сверху непонятный стиль, как его можно назвать. Внизу барокко, сверху бараки. Игра слов. Барокко. Чем Одесса по объему промышленных товаров. Да? Констанца была частью Османской империи когда-то, несколько сотен лет. Там есть татары и турки. Около 70 тысяч. Немного совсем, мало осталось. Татары из Крыма приехали к нам, пришли в 18 веке. Но они очень хорошо интегрировались в румынском обществе. Трудолюбивые. И они как бы не мусульмане. А вот совсем недавно навещал мечети и с имамом рассказывал, он говорил, что немножко им нелегко, потому что все, когда уже слушают слово мусульмане, то думают о том, что сабля сейчас набросит. Да, террориста нет. Есть шииты, есть сунниты. Сунниты, они считаются самые мирные, так далее, они у нас как раз сунниты. И они очень мирные, те, которые живут, да, у нас. Безработица официально все хорошо, но все субъективно. 7-7,5%. Субъективно, потому что эти 3 миллиона румын, которые за границей, они никто их не записал на... Если я их сразу же верну сейчас в Румынии, вот что будет. Да, но их больше всего в Италии. Где-то 1,5 миллиона румын в Италии. Языки похожи. Похожи. Франция, Германия, все такое. В Англии где-то 250 тысяч румын. Но те, наверное, которые сейчас там уже живут много лет, так и останутся. То есть никто их не выгонит. Маловероятно, что такое будет. Средняя заработная плата в Румынии по статистике 460 евро. В городах где-то 600. Рез, наверное, будет. Это средняя. Это минимальная 260. В Румынии очень развито сельское хозяйство. Большой процент территории Румынии занимает луга и пастбища. Очень многие крестьяне,
живут и с помощью своего хозяйства. Это очень распространено. Приходит на базар, на рынок, торгует сыром, овцеводство на первом месте, по-моему, в Европе, по экспорту мяса, все такое. Яйца, овощи, грудка, то есть не только за счет зарплаты. А вот эти поля, это все честно? Луга и пастбища нет, а поля, которые обрабатывают, да, это все честно. Экспортируют кукурузу, подсолнечное масло, пшеницу. Когда-то мы говорили, даже в Европу так много пшеницы экспортировали. Ну, сейчас так, чтобы у вас было понятно. Вот на первом месте по экспорту пшеницы в мире Соединенные Штаты. Где-то 25 миллиардов тонн. На втором месте Россия 19. Румыния 5-6. Но тоже неплохо. Для Европы хорошо, потому что это в мире. Земля хорошая, земля. Землю могут купить иностранцы и покупают. Иностранцы сейчас хотят ограничить. Что уже очень большой процент было куплено. Сейчас хотят, уже думаю, что не так хорошо для этого, если все купят. Писатели и поэты. Четвертое самое старое. Отличается тематикой, потому что это историческая фигура. Он в 19 веке был сделан на памятник, посвящается князю Михаилу Витязю, Витязь, правда. Первый, который объединил в 1600 году княжество Молдова, Трансильвания и Валахия. Поэтому его дата здесь. Мы сейчас в Валахии, в Южной Румынии. Трансильвания в самом центре Румынии. Если посмотреть на карту Румынии, Румыния почти круглая страна. Если объединиться когда-то с Молдовой, будет совсем круглой. И в центре Румынии Карпаты. Они как подкову по форме образовали вокруг Трансильвании. Почему Трансильванию называют Трансильванией? Ведь это слово переводится «страна за лесами», «за лесе», «через леса», «из-за этой горной подковы». Сам рельеф Трансильвании не город, а высокие холмы, покрытые лесами. Вот жители Трансильвании не называют у нас трансильванцами, а «ардалень» — это означает «те, которые живут на холмах». Трансильвания — географическое название. Слово «сильва» означает «лес». Здесь такое пиво румынское, если хотите купить, чтобы охладиться. Силва называется, да. Это означает лес. Коротко про систему образования. Начнем с нуля. Роды. Есть частные и государственные. Частные около 1000 долларов, государственные официально бесплатно. Знаки внимания приветствуются. Если посчитать, тоже 1000 получится. Дальше. Ясли. 3 годика. За день 10 лей за обитание. 10 лей — это означает где-то 2 евро с копейками за день. Если пришел 10 дней, платишь за 10 дней. Если пришел 20, за 20. После 3 годиков детский сад до 6 лет. В 6 лет начинается нулевой класс. Идешь в школу до 12 часов. Но это не школа, а нулевой класс, как подготовка. Потом 7 школа, первый класс до 8. 8 лет обязательная система. Бесплатно. Совсем ничего не платят, даже за питание. Но и питание не то, как в детском саду, просто там немножко как пирожок дают, что-то в этом роде. После 8 класса уже кто хочет, может поступать в лицеи. 9, 10, 11, 12. Значит, если в школе ты учишь все, и физику, и химию, и литературу, то в лицее начинается разделение на профиль. Да. И лицеи тоже бесплатные. После лицея в университеты. Здесь уже процентов на 60 платные, процентов на 40 бюджетные. Самые дорогие факультеты в Бухаресте. Медицина. Самый востребованный. До 2000 евро за год. А так в среднем другие факультеты стоят 1000-1200 евро за год, 1300. Десятибальная система оценок. В университетах учатся 3-4 года факультет, 2 года мастература. Большой кризис сейчас в Румынии с докторами. Уехали за границу. И уже в этом году повысили зарплату, чтобы как-то еще привлечь, но еще не сравнить с зарплатами, которые в Западной Европе. Ячейка, да. Поэтому вот, знаете, как говорят, надо жениться, сделать ребенка в колодец и посадить дерево или дом, что-то в этом роде. И в Румынии уже позже, чем раньше. В селах, конечно, опять же, Румыния, если посмотреть на другие страны Европы, на первом месте, можно, почти на первом месте, или даже на первом месте страны Евросоюза по количеству населения, которые живут в селах. Очень много людей и в селах, конечно, тоже женятся и пораньше. И да и в городах женятся. Чуть позже, 28-30.
но есть такое. Вот у нас мотивация в плане экономики денег, финансов для детей маленькая совсем. Но это уже как бы автоматически уже все женятся, привыкли к этому, что надо. Но рождаемость не очень. Потом стеклянные фасады, потом дом пивная банка. Если покрасить, то надо не искать. Это красиво. От 20 века. Вот сколько такое скопление стилей. Высокому риску сейсмическому, если будет землетрясение, то их обязательно должны восстановить. Рестораны, пабы немножко теряют в плане финансов, несут убыток. Но руководство города посчитало, что безопасность людей важнее всего. Поэтому вот сейчас все взялись за дело и реставрируют эти здания. 77-м было 7,4 баллов. В 77-м, 40-м тоже где-то такое было. Есть горы Врача на востоке Румынии, Карпаты, откуда исходит вода. В 77-м говорят, что волна до Москвы почти докатилась, настолько сильный толчок. Тогда в Бухаресте погибли 1500 жителей. Мы на улице Ставрополиус и увидим слева красивую церковь. Церковь действующего женского монастыря. В самом таком центре шумного города, тихий, спокойный уголочек, женский монастырь Ставрополиус. Южную Румынию. Брынковянский стиль. Главная характеристика – богатая каменная резьба. Вот обратите внимание, пояс, который обрамляет церковь. Возле, вокруг окон кадрами, колонны, вокруг двери, писания, на заборах везде богатая каменная резьба. И посмотрите, какие красивые фасады. Осталось немного отреставрировать. Это один из немногих ресторанов, который сохранил свой аутентичный стиль архитектуры внутри, я имею в виду, да, и снаружи. Начало 19 века. Называется «Телега с пивом» Карл Купери. Популярные здесь и среди туристов, и среди жителей. А там красивые архитектура здания Сбербанка. Первый румынский сберегательный банк, 19 век. Автор проекта французский архитектор Пол Готеро. Можно в шутку сказать, посмотрите, какой маршрут получился. Сбербанк, пивная, церковь. Снял деньги из банка, пивную пошел на второй день. Интересный народ, о котором написали много историков, географов. Особенно впечатляли поверья, которые были у даков в отношении к смерти. Они радовались смерти, считалось, что после этого будет счастливая жизнь, все такое. У даков были большие запасы золота. И сейчас в Румынии есть большие запасы золота. Золото не добывается. Прекратилось добыча. И римляне в 1 веке нашей эры, услышав о том, что у даков много золота, напали на Дакию. Около 10 лет ожесточенных битв. И в конце концов римляне смогли одолеть даков. И считается, что из смешивания римлян и даков рождается румынский народ. И здесь волчица символизирует Рим. А военный флаг даков, предков румын, был волчья голова, от которой уходило туловище змеи. Вот эта часть, военный флаг даков. Из бронзы они его делали, держали на древках. И здесь показывают, что из соединения римлян и даков в одно целое рождаются румыны. Поэтому, наверное, римский император Троян голый полностью при рождении. То есть такая аллегория, как рождение румынского народа. Есть голоса, которые критикуют эту статую, это изображение. Есть, которые, наоборот, говорят, что хорошо, идея интересная, оригинальная. Неважно, знаете, можно сделать вывод. Скульптору замысел удался, потому что никто не проходит равнодушным. А все с интересом смотрят, спрашивают, что это такое. А некоторые даже натирают, загадывают желание, натирают какую-то часть тела. Таких фонтанов, к сожалению, их меньше, потому что в 89-м году, когда Чаушеску расстреляли, как раз велись работы и завершили. Здание дворца парламента начали строить в 84-м году и было построено за 5 лет. Значит, официально она входит в книгу рекордов Гиннесса. Да. И еще что я хочу подчеркнуть. Не только здание построили за 5 лет. Смотрите, весь этот бульвар. Слева и справа от него все эти дома. Все новые за эти 5 лет. За парламентом находится самая большая в Европе из сети Мериус. Гостиница Мериус в Бухаресте.
Это была гостиница друзей Чаушеску. Министерство обороны Румынии. Румынская академия наук. Позже за эти 5 лет. Тут настоящая армия. 40 тысяч рабочих работали беспрерывно. Днем и ночью, меняясь 3 смены, чтобы как можно быстрее его строить. 750 архитекторов руководило всеми работами. Главный архитектор Манка Петрешки. Ей было 26 лет в момент, когда ее назначили главным архитектором здания. Елена Чаушеску тоже руководила. Да? Я думала, она главный архитектор. Елена Чаушеску, она у нас закончила 4 класса. Вот, да? Но у нее были дипломы, титулы. Докторанты наук, там, доктор наук химии, физики. Купила в метро, наверное. В метро. Подарки получала, такие титулы. Да, серьезно. Вот в Европе старались привлечь их к себе. Ездили в гости, например, к королеве Великобритании. Получила диплом. И все такое, да. Хотя, конечно, не блестела она. 3 класса говорит на Ну, как? Она, может быть, у Румынии есть богатство. 1 000 000 кубических метров мрамора из Трансильвании. В Румынии есть хорошего качества мрамора. Даже дом из Милана отреставрировали с помощью румынского мрамора. 3500 тонн хрусталя из Трансильвании. Знаете, сколько весит самая тяжелая люстра? 5 тонн хрусталя. 2008 году в зале, где самая большая люстра, 5 тонн над головой, был самый большой саммит НАТО за всю историю. И там были, кроме представителей стран НАТО, президенты Китая, Путин был и все такое. И вот показывали по новостям у нас, как они сидели в креслах и смотрели опасливо на эту люстру, и видно, думали, хорошо поработали румынские инженеры или нет. Значит, оценили, что только стоимость строительных материалов без рабочей силы 4 миллиарда евро в 2008 году. И закончу рассказом о том, как вот строили это здание, закончу анекдотом. Едет турист по Бухаресту, таксист, румынским водителем, проезжает через главные площади. На площади Виктории видит здание правительства. Туристу интересно, и спрашивает у румына, водителя, что это за здание? Ему отвечает правительство. Как долго строили? 5 лет. И турист недоволен, говорит, что вы такие ленивые в Румынии, 5 лет работали. Было бы у меня на родине, у меня бы построили за 1 год, потому что в моей стране самые лучшие архитекторы, инженеры, самая лучшая техника, а вы 5 лет потратили. Водитель молчит, из вежливости, турист. Едут дальше, видят мэрию. Что за здание? Мэрия. Как долго строили? Теперь же водитель подумал, отвечает, 1 год. 1 год, целый год, да мы бы за 1 месяц построили, а вот 1 год. Ой, плохие рабочие из вас, я не знаю, румыны, тяжело вы работаете. Водитель опять молчит, едут в парламент. Вау, а это еще что за гигантское здание, удивляется турист. Водитель, извините, но я не знаю, потому что я сегодня утром проезжал, его еще не было.